Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Чарльз Эдвард Халли, также иногда как Эдвард Шарль Халли. Английский художник, создатель выставочной галереи, художник исторических и жанровых сцен и портретов. Я пользуюсь переводной Википедией. Был сыном сэра Чарльза Халли, немецкого пианиста и дирижера оркестра, который эмигрировал в Англию во время революции 1848 года. Его младшая сестра Элеонор была скульптором и изобретателем. Первыми профессорами его были Ричард Дойл и Карло Марачетти, когда он поступил в Королевскую академию в Лондоне. Я пользуюсь переводной Википедией. 17 лет он отправился во Францию и работал с Виктором Матезом, учеником Энгра. Из Франции он отправился в Италию. Его привлекла традиция неоклассицизма в Риме. По возвращении в Лондон он выставил 4 картины в Королевской академии в Лондоне в 1866 году, а затем отправился в Венецию, где изучил техники венецианских мастеров и пробовал писать картины в их стиле. После этого он вернулся в Англию и навсегда поселился в Лондоне. В 1877 году он вместе с Комминсом Карром помог лорду Куцулинси в создании галереи Гронсенвор, знаменитой галереи. В 1886 году вместе с Берн Джонсом основал новую галерею на Риджент-стрит. В 1909 году опубликовал свои воспоминания «Записки из жизни художника». Часто выставлялся в двух галереях, в основании которых он принимал участие. Его работы выставлялись в музее в Шеффилде. Умер в 1919 году. Ну вот так кратко все, что мне удалось найти о английском художнике, создателе выставочной галереи, художником исторических и жанровых сцен и портретов, Чарльз Эдвард Халли. Иногда Эдвард Шарль Халли. Так его называют. Пока-пока, до свидания.